На фестивале «Огаревский колорит» студенты 54 стран мира, которые учатся на разных факультетах МГУ имени Огарева, представили культуру своих народов, сувениры, украшения и даже национальную валюту. Чай, приправы китайские. Он говорит, что мы любим острую еду. Это особый вид сахара. Он очень мятный. Они используют его для того, чтобы лечить горло. Студенты-медики из Индии провели мастер-класс по мехенди, создавая красоту на руках всех желающих, и представили на обозрение статуэтки Шивы, Кришны, а также любимый в России индийский чай. Это Кришна, Шива, лорд Шива. Это салон Нишо. У нас есть чай, это сари, у нас индийский сари. Там есть Тадж-Махал. Очень хорошо университет есть. Наш преподаватель очень хорошо. Он всегда помогает нам. Поэтому я люблю здесь очень. Студенты и преподаватели Института национальной культуры демонстрировали, как создается мордовский орнамент и знаменитое вологодское кружево. Люди других национальностей узнают, на что способен русский народ, и как он красив в своих проявлениях. Очень всем нравится. А еще пели народные песни и с удовольствием общались, ведь именно для этого и нужны такие фестивали. Огаревский колорит нужен для того, чтобы укрепить студенческое сообщество, укрепить межнациональность, союзы, межнациональное сотрудничество. Это узнавать более подробно о другой культуре, о других традициях, о других странах. А вечером подвели итоги республиканского конкурса «Студент года 2019». Участие в нем приняли более 70 студентов из всех регионов. Региональных вузов и СУЗов. Конкурс проводится уже более 20 лет и мотивирует студентов на новые достижения в науке, спорте и творчестве. Мероприятие посетил глава Мордовии Владимир Волков, подчеркнув значимость развития студенческой активности для всей республики. Людмила Чекал, Константин Соколов. Наши новости.